Сегодня у нас 3 июля 2016 года. Это у нас лагерный пруд. И вот Сергей Павлович хочет продемонстрировать своих собачек. Угу. Да, я сейчас зайду вот так. Ну, я и хотел встать-то. Угу. Да вы слышите, с передней лавки уйдите. С передней лавки уйдите. Да уйдите, сказал я, Сережа. Сказал. Уйди, Егор. Все, хорошо сиди. Да, я снимаю. Сережа, ты, наверное... Рядом. Товарищ судья, спортсмен Пупков, собака верным. Верный для сдачи экзамена по общему курсу дрессировки прибыл. Показать зубы. Надеть намордник. Проверяется отношение к наморднику. Собака не должна его снимать. Отпустить собаку в свободное состояние. Отпустить собаку в свободное состояние. Рядом. Проверяется команда фу. Куда он? Давай. Рядом. Забросить, потом когда собака побежит, скажешь прекратить. Собака должна уйти. Забросить. Опор. Прекратить. Нет, подожди, рано. Говори. Прекратить. Фу! Рядом. Возобновить. Опор. Рядом. Сейчас смотрится команда рядом. Говори, начали движение, кругом направо. Говори. И со мной начали идем. Движение. Рядом. Кругом. Рядом. Направо. Рядом. Направо. Рядом. Кругом. Рядом. Налево. Рядом. Налево. Рядом. Бегом. Рядом. Говори, бегом. Бегом. Шагом. Шагом. Медленно. Медленно. Кругом. Рядом. Шагом. Стой. Стой. Ворота на месте. Направо. Рядом. Направо. Рядом. Налево. Рядом. Сразу не видно, что ты в армии не был. Рядом. Направо. О! Кругом. Рядом. Хорошо. Проверяется портировка. Забросить, послать. Здесь прекратить не надо. Забросить. Апорт! Забрать. Забрать. Дай! Рядом! Проверяется возврат на место. Уложить собаку. Уложить собаку. Лежать! Обозначить место. Обозначить место. Место! Я на ведре кровь. Там где-то не такой был, как видно. Подозвать. Ко мне! Рядом.
правильное место. Казалось бы, место! Забрать вещи. Усадить собаку. Придаем. Навык принять, можно похвалить. Проверяется комплекс. Оставить собаку в сидячем положении, отойти. Оставить собаку в сидячем положении, отойти. Сидеть. Работа голосом. Уложить. Лежать. Поставить. Стоять. Не хлопай, нет. Уложить, не пикай. Уходить. Сидеть. Работа жестом. Поставить. Показывай, смотри. Уложить. Посадить. Собаки. Навык принят, можно похвалить. Хорошо. А что это у него? Строга, что ли? Да. Сделайте умри. Сделайте умри. Зайд. Ай, молодец. Сейчас мы покажем странную вещь. Попробуем. Верно, рядом. Одевай руку. Рядом. Рядом. Лежи. Вот это рукавчик. Охраняй. Один его. Так. Охраняй. Так, убери. Ближе ходи. Стояние 2 метра. Собака не должна кидаться на спокойно проходящего человека. Он не вор. Ну, вдруг он становится вором. Козырек назад. Вот это уже ворюга пришел. Давай перед собакой. Логически, что все ворюги. Тянись к вещи. К вещи тянись, не бойся. Вот, собака охраняет. Уходи. Место. Место. Верный. Кто хочет попробовать? Я. Отставить. Я знаю, что вы все смелые. Хорошо. Сейчас покажем задержание нападающего. Рядом. Приготовься, Никита. Рядом. Рядом. Так, подальше Андрюшу посадите. Андрей, уйдите вот за кинокамеру туда. За камеру уйдите. За меня уйдите все. Я сюда. Лягу. Убегай. Рядом. Убегай. Рядом. Убегай. Рядом. Оп! Где собака? Смотри собаку ко мне. Дай! Цепь убрал. Цепь убери. Оторвал руку. Верный? Ко мне. Сказывай, Сергей. Лежи. Я говорю, стек убери. Когда стой, надо стек убирать. Давай заново. Хорошо. Рядом. Руку оторвал. Эй, все ушли за камеры? Да, я ушел за камеру. Сюда идет. Рядом. Уйдите. Уйдите быстрей. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Пошел. Куда пошел?
рядом. Теперь нужно его отвезти или к врачу, или в полицию. Да? Теперь... Врачу или к полиции? Врачу! Туалет! Теперь заднее конвоирование. Я разворачиваюсь сзади, ты идешь, проходишь до сумки, резко разворачиваешься и пытаешься напасть на меня. Рядом. Никита, тебе не страшно? Нет, я бы не была под опытом. Рядом. Вот мы его ведем в полицию. Шагом марш. Собака не должна его атаковать. Рядом! Сначала надо его отбить. Сейчас мы его обыскиваем. Он играет в ворюги. Это оружие рядом. Охраняй конвой. Шагом марш. Собака внимательно должна следить за ним. Видите, он как внимательно следит. Рядом. Сидеть. Вот он теперь никуда не убежит. Я пошел. Бери. Отдал оружие. Внимательно он следит. Мух иногда ловит. Хорошо, не без этого. Рядом. А вы как машине остался? Все, спасибо. Классный пес, рыжий, красивый. Ну что, время-то? Пора. А у второго песика? Что пора? Пора выдвигаться. Ну да. Пол первому туда. Время 10 минут. Куда к пол первому? Это нам туда к пол первому. А вам-то к часу? Один час. Володя должен быть. Мне не надо, нам только Гали. Тебе не надо? Тебе же воспитатели не дают, только Никите. Тебе звание не дают, оно у тебя есть. Выборку вещи показать вам еще? Да. Давайте сейчас выборку покажем. Я снимаю кроссовки. Да, иду. Сапоги сняты. Я знаю, я упал. Ну как вам шоу? Лагерь Стан, как вам шоу с собаками? Страшно отдавать собаку. Да, идут. Вот. Продолжение съемки начинается. Здесь Сережа нам показывает урагана теперь. До 12. Рядом. Так, мне теперь нужно. Знаете, тапки. Положите вот в эту самую.
Нет, нет, Лесенка, зачем ты берешься за чужие вещи? Рядом. Ну вас с вами-то уже проходили, вот как эти вот. Раскладывай через такое расстояние 4 штуки. Все, вот через такое расстояние. А что он у тебя вечно скулит? Рядом. Нет, зачем ты ее вещи берешь? Ну мы же уже делали это все. Но это же Фрося. Это же Фрося. Она не помнит, подскажи как. Так, давайте, ураган, ко мне. Фу, ко мне! Так, ко мне. Что он хочет? Пить, пить. Рядом. Да напои пса, потом уже показывай. Да, он потом. Сиди. Так, давай, сапог. Садись. Садись. Мы развернемся. Рядом. Сидеть. Сидеть. Ложи вот между этими. Сапог один. Подглядывает. И вот она сейчас должна вот этот сапог найти по запаху. Давай. Нюхай. Этому не учил я. О, что ты не научил? Это же интересно. Вот чей сапог надо найти? А если он захочет найти, а потом съесть? Да, немножечко. Не ухай, не ухай. Снимает, ищи опор. Молодец, ай, молодец, молодец. Рядом. Иди. Так, вон те чьи сапоги. Вот я сейчас закину. О, рядом. Ищи. Ищи. У него там в носу вывезли. Хорошо. Молодец. Умница. Врага, ко мне. Все. Иди ко мне. Ну все, спасибо. Умничка, молодец. Все. Надевайте. Попить ему. Умри сейчас, давайте, забирайте. Да! Да! Умри! Тихо, тихо! Умри! Умри! Не хочется его убирать. Умри! На комары тебя поставлю, на часы. Умри! После отбоя не хочет. Отбой! Умри! Умри, такой же непослушный, как. А что? Кто после отбоя материл? Умру. Ну-ка, если кто после отбоя материл. Да молодец. Прыгай в воду. Петя, знаешь, как это умри? Пойдемте прыжки в воду покажу. Надо палку какую-то найти. Сережа, у вас же была палочка. Сейчас я сбегу. Знаешь, что значит умри? Взял базука, все, умер. Володя, мы пошли. Володя, значит, что значит умри? Ой, значит, значит умри. Взял базуку, все, умер. Девочка, к часу привезти. Надо же еще лодки отнести. К часу привезти всех. Да. Надо еще лодки отнести. Да, я поняла. Пошли. У пока с Никитой Андреевичем. А прыжки? Сейчас покажет, Нестор, не бойся. Пока. Вон дядь Володя с дядь Никитой унесет.
Вот все, при. Он бегут. Давайте, вперед, дядя Лев! Пойду. Идите. Куда ты туда побежала? Просит. Она же как просит. Сидеть. Сидеть. Опор. Нет. Ну все, 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 пошли. Вперед. Все, вперед. Вперед. Свои вещи. Кто носочки оставил там вон? Носовые. На голову. Выключай.